Итак, теперь мы знаем, как научить ребенка финансовой грамотности. И здорово, когда дети применяют эти знания на практике. Я свои первые деньги заработала в 13 лет, написала статью в газету и на гонорар купила косметику. А тюменцы поделились своими воспоминаниями. Я работал в деревне, на ферме. Я купил себе телефон. Заработала я их первый раз лет 16, наверное. Потратила на себя любимую. Первые деньги я заработал в казино и потратил я их на приобретение жилья. Первые деньги я потратила на змею, заработала на работе. Продавец-консультант. Я работала промоутером, раздавала листовки. Ну, что-то я пошла себе покупать много всего, не помню, наряды, наверное, какие-то. Первые деньги? Хороший вопрос. Купил что-то дешевле, продал дороже, вот. Я еще не зарабатываю. Я купила себе курточку джинсовую, было мне 13 лет, я помогала маме на работе. Это было давно, мне было примерно 15 лет. Я работала помощником официанта, на что я их потратила? На себя. Я работала вообще помощником ветеринара. Пошла, как обычно, в магазин и купила себе одежду.